Writing in my book of rhymes, all the words past the march, past the march, past the march. Writing in my book of rhymes, all the words past the march, past the march, past the march. Writing in my book of rhymes, all the words past the march, past the march, past the march. Writing in my book of rhymes, all the words past the march, past the whole of mic of throbbing, throbbing. Привет! Привет, привет, привет! Ой, не то включила. Привет, ребят! И это, что, вы собрались или нет еще? МЧК, я тебя с самого начала вижу, не переживай. Не покажу. Можешь уходить. Без жопы. Ты будешь сегодня без жопы. Кстати, ты у меня сегодня единственный, кто из друзей был и кого-то смотрел. И я думаю, боже мой, как так можно? Ты не девушку смотрел? Это я продолжаю шпионить за своими друзьями. Да я просто настраивала все, думаю, интересно, от кого я тебя сейчас оторву. Я так удивилась, что это была не девушка. Или это была девушка, просто это аватарка была мужская. Блин, мне улыбаться больно, у меня болит болячка, я уже сегодня раза два лопала. Короче, мне нельзя улыбаться, иначе мне больно. Я сегодня самый безответственный стример, я вообще не хотела запускаться. Вы знаете, во сколько я начала запускаться? Без пяти. Я такая сижу тут себе в инстаграмике, видео выкладываю, блин. Положу-ка телефон подальше, от греха подальше. Вот, короче, и думаю, запускаться, не запускаться. Чё-то так не хватает. Думаю, блин, Dead Space. Мне же нужно дойти Dead Space. Я вчера так ложанула и свалилась с Dead Space, а так неудачно. Ну, не добила его. И у меня прям аж что-то какое-то незаконченное дело, вот. Какое-то незаконченное. Только из-за Шараги пришел. А чё, злой тоже? Девочек, смотрю, не знаю, кого там смотрел. Я просто посмотрела, что это была девушка, и все, я даже не заходила туда. Нет, Лантерн Арчи. Окей, все. Все с моим телефоном. О, хорошо. Что это было? Да, это телефон. Я вообще, мне нельзя. Вы знаете, если бы не стримы, я бы никогда в жизни себе не покупала дорогой телефон. У меня дорогие телефоны только для того, чтобы, ну, можно было юзать стримы. Стримлапс и вам в хорошем качестве показывать реал стрим. Но вообще, мне нельзя дорогие вещи покупать, и все сломаю. Я удивляюсь, как вот этот микрофон у меня еще жив. Хотя я его уже роняла. Вы знаете, он тяжелый, кстати. Очень тяжелый. Но я уже его ломала. Вот этот шнур, он у меня как-то загнулся. Я даже не знаю, как это получилось. Я роняла монитор. Я очень плохо поступала, моя камера вместе с треногой вот так бахалась об пол. Короче, я не знаю, я криворукий, вообще рукожоп, что мне все летит. Я все стаканы переломала. Мне нельзя вообще дорогую технику в руках держать. Вы видели, что я со своим любимым Самсунгом сделала? Мой классный супер Samsung был исцарапанный на второй день использования. То есть, когда я его пользовалась им именно. Установила, потом пошла стримить, и я его так исцарапала, что просто, я не знаю, мне кажется, так за 5 лет люди никогда в жизни так не исцарапывают свои телефоны. Я просто не умею нормально обращаться с вещами. Не, как бы, может быть, я и умею, но я такая безалаберная, почему-то безответственно отношусь к дорогим вещам. Поэтому очень плохо Олеся поступает. Поэтому, если у Олеси валятся телефоны, это не значит, что она ими не дорожит. Это значит, что просто она идиот. Олеся, все равно деда нужно, да, прям палками добивать его будем. Привет, злой стример, это что-то новенькое. Что у тебя опять случилось? Рассказывай быстрее. У меня разозлила моя таможня. Я ездила в пятницу, растамаживала свои трипы.
и их не отправили, какие-то проблемы с документами. Я сегодня звоню, они трубку не берут. Придется мне завтра, я завтра планировала постримить с утра. Из-за долбанной таможни мне придется завтра ехать. Знаете, куда ехать? Далеко, очень далеко. Я сегодня аж нервная, я из-за них и не хотела сегодня запускаться, и завтра стрим с утра обломается из-за них. Вы представляете? Я прям, меня так давно не трясло прям. Я думаю, что могло пойти не так? Они при мне приняли документы, сказали оплатить. Я ушла, оплатила, и ничего не произошло. Что, блядь, происходит? Почему? Короче, вот поэтому я злая. Я злая, злая, злая. Вот такая злая. Так. Это повтор, да, повтор. Неинтересно, можешь уходить. Старостат, что такое? Захотелось ему сделать понедельник? Улыбнись, это Камилка дома. Спасибо. Ну, хызы, в дорогих телефонах хороший процессор, хорошая обработка данных, хороший фотик. Ну и хызы, как насчет того стрима, они все-таки, чем дороже, тем хуже. Мне наплевать на качество. Вот единственное, зачем мне нужен телефон? Первое – это звонки. Второе – это сообщения в соцсетях. Например, Viber, Telegram. Третье – снимать видосики для Инстаграма. Четвертое – вести стримы. Все. Если бы не стримы, мне, в принципе, хватило бы самого бюджетного телефона, который нормально снимает видео и фоткает. Все. Если бы не фотки в Инстаграм и не моя деятельность, связанная с полдэнсом и пиаром этого полдэнса, мне бы вообще понадобился кнопочный телефон. Хотя нет. Мне нужно же Viber установить. Значит, мне нужно, чтобы он что-то поддерживал такое. Вот. Но на самом деле я вообще не приверженец дорогих вещей, потому что я ими не пользуюсь. То есть мне, в принципе, они не нужны. Ну зачем? Зачем? Зачем мне дорогой телефон? Зачем мне iPhone? Чтобы вот так говорить. У меня iPhone. Такое яблочко. Светить. Хренушки. Не дождетесь мне светящееся яблочко. Нужно брать противоударные телефоны. Ты знаешь, они тупые. Тупые противоударные телефоны, я уже смотрела их. Я сегодня даже свой айфон разбила, только сегодня подарили. Да ладно, чё врёшь-то? Далеко-далеко, где на лугу пасутся коровы. Одни проблемы, Олесь. МГК, не обзывайся. Когда резко нервная, она такая прикольная, ха-ха, спасибо. Олесь, они себе забрали твои стрипы, сейчас все таможня в них ходит. Угу, сейчас. У меня девки ждут, мне уже там... Олеся, где мои каблы? А я понял, кто сегодня телефон поцарапал, лол. Кто? А еще я сегодня спину себе сорвала, и наконец-то мне пришел корсет, и я теперь хожу в корсете. Вот, смотрите. Я теперь хожу вот в таком корсете, который мне будет держать спину. Я его периодически снимаю, но... Ну, то есть, чтобы я не горбатилась, не напрягалась вообще. То есть, ну, я его там поношу час, второй, короче. И не смотрите, постель у меня тоже не убрана. Я сегодня не убиралась вообще. Единственное, что я сделала, это со стола немножко убрала, после того, как я готовила. Вообще ничего не готовилась. Я к стриму не готовилась. Видите, я даже в рабочей форме. Вот. Ну, корсетик хорош, он прям держит. Мне кажется, я поела, и у меня сейчас жир вывалится. Еда наружу пойдет. Нужно, наверное, когда поела, не перетягивать себе корсетом. Вот так вот. Ладно, дышим. А наверняка подумали, Россия отдыхает, а мы, чтобы... Нет, что-то не так. Просто я... Ничего страшного, что они завтыкали. Но если что-то не так с документами, это просто пипец. Это просто жопа будет. Вот. День рождения пошло не по плану? Какого черта? Привет, охотник на лесик. Так, моя любимая стримерша, привет. Береги себя, пожалуйста. Я стараюсь. Стараюсь беречь себя, но попадаю под машины и срываю себе спины. Как-то неудачно берегу. А еще они берегут мои нервы. Все эти государственные услуги. А еще мне нужно прописываться, ехать. А еще мне нужно получать время постоянное, ну, типа, место жительства, эту посвитку постоянную. А у меня мама отослала еще месяца полтора назад документ, который мне нужен. И он не приходит, сука. Не приходит. У меня столько накопилось, столько накопилось. Это, короче, мне нужен просто документ, типа, с России о том, что я там не осуждена.
То есть у меня там нет судимостей, и меня там никто не за мной не гонится, и все такое. Я этот документ заказала еще, когда ездила к маме, но я его не успела получить, мне нужно было уже сваливать. И мама получила его за меня, отправила мне почтой. А ну, сука, не дошло еще. Как мне оформлять документы? Никак. Балалайка. Крындец, да? Что, мне опять ехать в Россию, чтобы просто взять одну бумажку? Потратить 40 тысяч рублей, чтобы взять одну бумажку, что я не судима? А ее брать нужно по месту прописки, а это только в Новоалтайске. Зашибись, правда? Почта-то не работает в нашем веке. Придется ехать самой вместо почты. Нормально, да? Мне тоже нравится такой расклад. Ну, зато маму повидают, а можно на Новый год съездить. Не, на Новый год нужно до Нового года, потому что оформление документов может продлиться год, а там и закончится моя временная прописка, и меня могут выгнать. Класс вообще. Что ела? Я ела гречку и котлеты. Котлеты у меня были немножечко с индейкой и немножечко с капустой. Короче, капустно-индейчные котлеты были. Вкусно так вообще, капец. Ну, там, конечно, лук тоже был. А еще сверху на котлеты положила плавленый сыр. Он так расплавился. Боже, я пожралась так, жесть. Я съела 3 котлеты и огромную тарелку этого гречки. Представляете? 3 вот таких лепёхи котлеты и вот такую тарелку гречки. Ох. Как вы думаете, мы получим всем сказать? О, Лантерн, а я не думаю. А я сегодня не очень стример. Если бы я была бы, если бы был бы жопа на весь экран, значит, ас, биг ас, вот тут вот прям большой, maybe было бы 70 косарей. Но с маслом? Ну, с каким маслом? Нет. Это я только добавляла растительное, когда котлетки жарила. Но в гречку не добавляла, сильно жирно. А еще потом съела 2 сладких бутерброда, ж забыла. А вон там было масло, еще сверху повидло. Короче, вот. Вау, я уже себе такую справку сделала. Зашибись. Да хоть что объясняет, по понятиям. Так. Винни поддержал канал на 89 рублей. Хорошо выглядишь. Винни, спасибо. У меня до сих пор не работает Donation Alerts. Прости, прости, прости. Но я надеюсь, что он скоро заработает. И у нас будет... Может, у кого-то работает еще? Может, это только одно меня не работает? Может, мне забанили Donation Alerts? Винни, Винни, Винни. Ты как? Ты не обижаешься, что ты уже второй раз так попадаешь? Ой, это был... Да, Donation Alerts? Это наша нравится. Не рубит. Олеся взяла кредит и не выплатила его. А на деньги с кредита купила волыну и продавала питомник собак. Подорвала питомник собак, чтобы освободить собачек. Ух ты, ты какой фантазер. Мне нравится. Я бы ради этого взяла кредит и волыну, чтобы подорвать питомник собак. Хотя нет, питомник собачек, это же неплохо. Если только над ними не издеваются, да? Ну тогда покажи нам свою большую... Лантерн. Я в штанах, в черных причем. У меня блэк штаны и жопы там, наверное, не видно будет. Ну, когда я пойду делать чай, может быть, вы что-нибудь увидите. Вот. Я сегодня уже потренировалась, поэтому я вряд ли... А вы видели мое новое видео в Инстаграме? Вы видели? Винни поддержал канал на 55 рублей. Все хорошо. Винни, Винни, спасибо. Спасибо большое. Я рада, что у тебя все хорошо. И ты не обижаешься. Я сегодня такой трюк сделала. Помните, с которого я с Бали долбанулась? На Бали. Я вот так вот пыталась, и хлобысь на спину упала. Я его сегодня сделала, мне сегодня так пёрло, но я знала, что я всего там полчасика, может минут 40 попаду на тренировки, поэтому я стрим не запускала. Я просто самостоятельно потренировалась и прям так, ух, у меня сегодня было. Барбара, кстати, комментарий верный оставил, я уже успела прочитать. Вот. Можно с растительного, со сливочными котлетками, это вообще огонь, только попа потом пришлось бы километров 40 гнать. Буся вообще охренела. Смотрите, что она делает. Она на моей постели. Еще и на подушку? Жопой! Жопой на подушку! Буся!
Еще бы лапы сложила на подушку. Охренеть. Нельзя так делать. Хотя я сама виновата. Нефиг постель оставлять целый день вот так. А зато знаете, какой сегодня фильм посмотрела? «Почтальон». Помните, старый такой, 1997 года выпуска. Там еще Кевин Костнер снимается. «Почтальон». Прикольный фильм. Олеся, мой папа сегодня день рождения. Вот... А он сегодня? Прям сегодня? Ничего себе! А я думала, прошел, типа... Да ладно! Та весы у стены? Ну, тут весы. Правда, обои? Вот поэтому нужно застилать кровать. Угу. Пусть сегодня целый день на ней валяется. Ну, ничего. Наверное, завтра Олеська надумает ее постирать. Или послезавтра. Все равно. Все равно. Все равно мы замараем. Она же спит со мной. Она все равно лапками все там загадит, как обычно. Кевин? Тебе даже нравится Кевин? Мне нравится... Оказывается, вот мне некоторые все-таки актеры нравятся. Я даже не ожидала. Сегодня большая постирушка. Наволочки, простынки и пододеяльник. Не, я сегодня ничего стирать не буду. А если у тебя такая была постирушка, то ты молодец. Правда? С днем рождения тебя, Бой. Сколько тебе исполнилось? Рассказывай. Всем привет! Orange Face Mamba. Orange Face. Блин, я бы сейчас выпила этот Orange Juice, выпила бы. Саш, чё ты смеешься надо мной? Он уже 500 раз сказал, сколько ему лет, да? А мои сообщения с спецом не читаешь? Не, Серёж! Серёж, привет! Нет, не спецом, я сейчас половину сообщений пропустила. Самым добрым стримом, привет, Алис, привет, привет, Шатала. Я же написала сколько? Да? А, 25! О, так ты уже старый! Ничего себе, 25 лет! Скоро меня догонишь. Охренеть. А если вы не скажете людям, что это ваш день рождения, вы останетесь в одном возрасте? Да ладно. Я остановился на 16. А я тогда остановлюсь на 18. Мне вот исполнится 18, и я остановлюсь. Мне нравится 18. А вам нравится? Но, Лантерн, я тогда буду старше тебя. Да ладно. Так же нечестно будет. Но я уже старше тебя. Тебе придется продолжить день рождения. Тебе нужно быть хотя бы 19. О, Алён, привет. Привет, Алён. 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 Я остановилась на 27. Отлично. 27 тоже ничего. Мне 25. Я понимаю, что ты нас игноришь. Отлично. В смысле исполнится? Мне 18 вот в декабре будет. Правда, Саш? Лантерн. Правда? Мне же будет 18. Ну скажите. Я тебя слышу? Я думала, не слышу. Кричу, кричу тебе. Фуф, так тяжело в нем сидеть. Может, не надо сидеть? It's my love, ну зачем? Эх вы. Эх вы. Вон Саша подтверждает. Я про директ, Олеся. Какой директ? Ой, это... Ты... Я не за спецом. Это нечаянно. Алис, ты слишком взрослая для несовершеннолетней. Ты меня так вот аккуратненько назвал старухой, да? Ты слишком старая, морщинистая женщина с сухими пятками, чтобы быть 18-летней. Спасибо. Я очень ценю вас. А вы знаете, что у меня сегодня для вас сюрприз? Вам понравилась Саша?
У меня еще кое-кто появился. Я думаю, это будет последний, может, предпоследний. Хотите? Ой, Саша. Что за Саша? Я не знаю, кто это. Мы сейчас будем придумывать, да? Но мы можем не открывать, если хотите. Нет, Саша, я про ту Сашу, Лантер. Подождите, мне нужно подготовиться к Саше. Сейчас. Сейчас. У меня тут где-то была невидимочка. Одна. Не, нет, не нужно. Мне нужна всего одна невидимочка. Нашла сейчас. Хватит. Чё проститутским? Почему с Сашей проститутское имя? Объясни. Пусть Наташа будет? Не, Наташа должна быть блондинка. А как только я куплю парик блондинки, будет Наташа. Хочешь мои подмышки? Ты знаешь, я сегодня после тренировки, наверное, не мылась. Но они не воняют. Но все равно, знаешь, что, не свежие и не интересные. Are you ready? Сейчас. Снежана? Анжелик? Анжелик опять скажет сейчас какие-то стриптизерские имена. Так, что-то я не то сделала, да? Подождите. Почему злой стример, кто обидел? Ой, я в начале стрима рассказывала, второй раз уже не буду. Виолетта будет? Это же Виктория! Ладно, сейчас мы придумаем. Зена? О, кстати, да! Можно Зеной назвать. Сейчас расшишусь только. Зена, королева воинов, да? Лантер, откуда у тебя такие смайлики? Люся? Люся, кстати, тоже подходит, мне нравится. Люся или Зена? Похоже на дождик для елки. Ксеноморф, может быть? Может быть, я ксеноморф? Да блин, как-то вот они ложатся не очень, да? Откуда у Лантернов смайлики Зены? Ну-ка, на кого он подписался? А я... Ну все, я в адскую пропасть. Ой, Алён, пока! Ты вернись только, хорошо? Сейчас тут решу, что-то это запутались волосы. Короче, Маргоша, Элизабет, не... Это. Мне нравится Люся и нравится Зена. Почему минус Модра Коулантер? Что он на кого-то еще подписан? Не Зина, Саш!
Зоя? Не, Зоя тоже не очень. Эти волосы намного лучше смотрятся, чем у Саши. А они больше похожи на настоящие. О, спасибо. Яна? Кстати, Яна тоже подходит, мне кажется, черненький. Лена Полена. Мне сразу напоминает Букиных. Тейлор? Тамара? Не люблю Тамару. Сюзанна. А, сейчас скажет опять, что за пошлые имена. О, Кабиночка, привет! Мы выбираем имя вот новому паричку. Мне вот понравилось это. Мне понравилась Зена и Люся. А ты как думаешь? Маргарита? Тамара? Не люблю Тамара имя. Рита тоже не очень нравится. Дженнифер Лоуренс? А чего у меня прям какой-то... Не, Алина тоже не надо. Зинаида Львовна. Люси. Можно Люси, да, кстати? Люси. 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 Как в этом... Люсиль, где Люсиль-то? Ну, скажите мне. Остановилась на Зене уж. Блин, у меня что-то ноготь сломался. Парик, как у Гаги? Любое имя ночной бабочки подойдет под этот парик. Я что, прям шлюхасто выгляжу? Ничего не понял. Да, из ходячих мертвяков, точно. Алевтина, фу, какое. Мне кажется, знаете, Алевтина это такая полненькая женщина, лет так 55, которая такая, иди ко мне, я тебя поцелую, мой мальчик. Олеся One Love? Спасибо. Варвара? Не, Варвара как-то так себе. Полина тоже не подходит. Не очень, Полина. Эммануэла? Выглядишь как эстрадная певица. Ну-ка, попробуй спеть. Саш, может, не надо? Повтор... Профто... Это, наверное, просто. Просто этот образ не к этой футболке. Как-то по-колхозному получилось. Готовиться же надо. Не, я просто померила. Я не буду, не хочу. Ну, в смысле, я не хочу парики одевать. Я просто что-то вот, знаете, очень захотелось. Денис, кто в теме, тот в теме. Я не в теме, ну-ка рассказывал. А с затылка как? Ой, сейчас подожди, распутаю это до конца волосы и покажу, как с затылка. Моника, Катрин, Элина, Элеонора, Алиса, Анжелика, Ангелина... Виолетта, Инесса, Камила, Милена, Роза, Стелла, Эльвира, Мадлен, Снежана. Снежана прям. Прикольно. Стелла, прикольное имя. Не, Настя как-то стрёмно. Стелла Арта. Да блин, что она тут запуталась? Застранка. Только не спрашивает, откуда эти имена у меня в голове. Да мы уже все поняли, ты сказала, у элитных проституток такие имена. Мы все уже давно все поняли. Мы ничего не спрашиваем. Привет всем, удачного стрима. Спасибо. Интересно, как может быть неудачный стрим? Это если у меня, например, интернет пропадет? Это типа неудачный стрим или... Я, там, не знаю, описываюсь на камеру, тоже неудачно. Вот. Мануэлла. Так, шестая... Не, я сегодня не танцую. Я сегодня не танцую. Завтра, может быть. Все, да? Распутали, кажется. Сейчас я покажу, как сзади. Я все равно как-то не распуталась еще. Ой.
Стрим — это когда ты... неудача стрима — это когда ты не смогла взломать замок в комнате с регенератором. Ты знаете, мне кажется, я его и сегодня не взломаю. Мне кажется, я буду проходить несколько раз. Так, смотрим, как, короче, со стороны, да? Ну, сзади там. Так, стоп, камера, не парь. Вот так. А, видно. Кого не видно. Камера завалилась. Сучка. Стой, сказала. Ой, ой, камерусечка. Камерусечка. Выше еще надо, да? Короче, вот. На кого я похожа? Кто это? Зена Королева Войнес или Люси? Люси. Привет, жгучая брюнетка. Жгучая? Я прям обожгла тебя? Да, мы сегодня дойдем как раз этого деда, скорее всего. Я постараюсь. Мне не очень челки подрезаны по линейке. Ты знаешь, тут можно вообще эту челку как угодно подрезать. Можно вообще, наверное, на бочок убрать. Давайте попробуем. Не, вряд ли, наверное, на бочок можно убрать. Будет подстреленная сильно. Можно вот так вот, нет? Ты, блин. Но оно нужно, наверное, это... Какой-то урод без челки. Да? Оставь челку. Да все, все, Саша, оставляю. Да оставила, ну все же. Я ж просто попробовала. Блин, ты Денис. Да что ж там за Денис-то у него? Не пойму. Привет, может, я опоздал? Кто спит на матрасике на кухне? Бусечка спит. И я. Это же моя постель, моя неубранная. Давай ты будешь дикая орхидея Беллис в мокрой гавани. Че это такое? Я даже не знаю. Я стесняюсь. Назовись Люси, ведь Зена немного больше тебя. Короче, Люси. Люся, Люси. Окей? Люси, норм? Люси сегодня будет деда покорять? Ведь на Вику похоже. Да чтоб тебя, Вика, что ли? Эгей, дружище, тогда ты еще не нажал на кнопочку отслеживать. Да ты, боже мой, Барбарос, спасибо. Это Олеся Минаж? Что такое Минаж? Я не знаю, что такое Минаж. Да блин. Вы знаете, что благодаря Зене Королеву Воинов я прогуливала школу? А? 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 Я из-за нее, она шла в 10 часов утра, вот, я прогуливала школу и стала смотреть серию. Прикольно, правда? Иногда могу посмотреть серию и пойти потом к последним двум урокам. А иногда думаю, так, пойду к последним двум урокам, а потом нихера не буду. Олеся, дренаж. Какой дренаж? Сами вы дренажи. Итальянские вариации имени Света Светланы. О, Светла. Этот сериал этого не стоит. Hi, Alice Whisper. Hello.
сколько детских ладоней было стерто у пацанов на эту жгучую сцену королевы. А я не знаю. Зато у меня была палка. У меня была такая палка, штафетина от детской кроватки. От нашей детской кроватки такая штафетина. И я, короче, ей так хочу дома сама с собой перетерла. Дралась. Вот. Люся Минаж, что? Ой, дайте я спущу на тебя. Ох. Я устала. Прогуляла школу, теперь читаю плохо. Да. Привет, зай. Привет, волк. Так, канал на ютубе по-аппаратски, 15-й выпуск, эпический Денис, только больно мне, не пинай. Хорошо, потом гляну. Забань Сашу на 10 минут, плиз. А что? Что там Саша? А что Саша? Что он пишет? Зена хороша, но ты не похожа, просто как цвет. А, вон ты чё. Скрываешь толстое пузо под корсетом, это умные мысли. Я, блин, это тоже спина болит. Я, короче, когда вот так вот сижу, сильно горбачусь, она мне тоже после этого болит. Вот. Вот. Станете все стримерами, если школу будете прогуливать. А, это если бы все прогульщики стримерами были бы, то у нас бы было стримеров намного больше. Он не хочет Зену. Угу. Так, мы будем играть или нет? Мне нужно допройти Dead Space. Очень нужно. Мне нужно финиш Dead Space. Вот так вот. А спина болит от пуза? Нет. Спина болит от сегодняшнего трюка. У меня сегодня такой трюк. Я просто смотрю сегодня, я сегодня компилировала видео и потом раза два пересматривала. Ой, такая лапочка, гляньте. Гляньте, как я выжила. Да, я дожала его. Я прям сегодня, когда... Я ж хотела просто потренироваться, но не ожидала, что я сделаю прям с первого раза, представляете? С первого раза. Для меня это вот победа. Маленькая победа. Ты уверена, что сможешь выдержать? Нет. Не уверена, что я вообще пройду и смогу выдержать. I love you, Harry. Thank you. Ты же хотела на прошлом стриме просить. Да ты понимаешь, что я не прошла вот. Ты возбуждаешь слишком в этом парике. Сними, а то я не могу смотреть. Да сейчас тебя Dead Space расслабит, не переживай. Hello, my big love. Нео. Спасибо, Шерл. Мы будем в нем стримить или его снять? Ну, Dead Space. Олеся не сможет, а Анжела запросто. Какая Анжела-то? Я не Анжела. Я же Люси. Можешь правда что-то переодеть что-то в этой футболке, в майке, как лох, да? Или норм? Не забудь Зены. Не будь Зена, будь Габриэлой. Ее помощницей. Но Габриэла, она блондиночка и больше мне подходит. Но это когда я буду без парика. Угу. Да, Саш, да. Сильные руки, это результат посиделок Dead Space? Нет. Сильные руки, это... Хорошая мастурбация. Что? Это Dead Space будем играть сейчас. You should play Dead Space too. I did finish the game. Yeah. Yes. I hope I finish this game today. I hope. I'm strong girl. Там глаз сейчас будет вот это. Не хочу. Привет, агрессор. Не буду наливать. Стример не пьет. Агрессор, мы тут вот это придумали имя девушки. Как тебе Люси? Нравится, Чуни?
Габриэла, ты просто тоже ничем не выделялась, но если ты поняла, чем. Ничем не выделялась совсем? Не была какая-то особенная, да? Ну, хани, не стараются девки-то. Ой. Ой, мне так тяжко. Ой, все под попку положили, думочку. Не отправляйте членов в чат. Для этого Олеся есть личка ВК. Не рассказывай всем. Аленка? Нет, Аленка это такое, наоборот, знаете, когда я буду с косичкой какой-нибудь, там, с бантиком. Аленка красивое имя, но не для черной такой. Такой вот. Вот. Аленка-паленка. Аленка-пеленка. Все, я сейчас буду играть. А кто на полу спит? Вон кто спит. Жопой на моей подушке. Скотыняка. Ух. Прям жопой. Представляете, сейчас лягу лицом. Ладно, все. Dead Space так Dead Space. Ой, все, давай Dead Space. Ой, все. А, чай, подождите. А ну нахер, да? Нафиг этот чай, все. А, наушники, где мои? Где мои наушники? Что с цветом волос? Да перекрасилась. Нормально? Нравится тебе? Так, сейчас я пойду включу задний фон там нашей этой подсветки. На 700 косарей, 70 косарей фолловеров будем ягерь играть. Не, не будем. Я ягерь до своего 18-летия не пью. Так, ну в смысле вообще никакой алкоголь. Так. 68 500 было 31.10.2017. Видишь? Волосы идут, и даже очень. Спасибо. Такс. Ну что, готовы? Амовые. Да, стриптизерша сегодня в Dead Space доигрывает. Хочешь со мной глаз попрокалывать? Мне очень нужна ваша поддержка. Очень нужна ваша поддержка. Ну, кабиночка, ну стой. Ну, пожалуйста. Ну, не уходи. Ну, пожалуйста. Давай поразваливаем со мной Dead Space. Я только дойду последнюю главу. Не уходи. Don't leave my stream, please. Please. Ну, пожалуйста. Получилось или нет? Он сейчас уйдет. Так. Ну что, сейчас поправим камеру. О, точно, да, Лантер, спасибо. Сейчас мы категорию справим. Блин, что-то эта лампа так светит сильно.
А то я сменила, надеюсь, она сменится. Там реально сложная миссия, там, где пацик ложится в саркофаг, ему надо глаза. Нет, для меня сложная после. Я-то потому что ее прошла. Я как бы ее прошла. Но. Ой, чатик не включил. Сейчас еще чатик включу. Ты с ЮА? Нет. Я с РУ. Вы понимаете, о чем я. Олесь, пока читаешь, тебе не надо убивать регенератора. Просто беги. Куда бежать-то? Саш, ты что? В первой части остановился? Ничего не пойму. Вставься. К финалу игры беги. А, да я уж поняла. Ну что? Погнали! Это я вас развлекаю, пока я запускаю все. Не обращайте внимания. Так, сейчас мы прибавим звук вот так. Ты так в Киев не приезжала? Нет, не приезжала. Да я тут. Спасибо, что не поешь. Но это просто клацанье по ноткам, это не песня, правда? Ну что, ребят, погнали. Валерьянки нам в нос, в ухо, в рот и куда угодно. У нас нет узлов, у нас все плотненько. Две аптечки. Оружие вроде нормально у нас, да? О, а может быть понаставить бомб? Слушайте, у меня идея появилась. Как насчет понаставить там бомб? И типа он подойдет, его там взорвет, и это будет замедлять. Он опять дальше пойдет, и его... Да? Как же я ей сочувствую? Я вам сочувствую, как я буду орать сейчас в микрофон. На Твиче нечего... Да ничего не говорю, все стримеры неинтересные. Стримят одно и то же. Болтают неинтересно, шутки тупые. Никакого развития нету с ними. Фу. Твич помойка. Да? Как вы там любите говорить? О, май гад. О, май гад. Блин, у меня зубы что-то затрат. Саш, посмотри, у меня что-то зубы застряли. They're all coming to the marker. Convergence is at hand. I didn't feel the trouble from the start, but they told me you were necessary. That your mind was the purest. I spent years sifting through your demented brain. This is not the way it was supposed to happen. Well, how was it supposed to happen, Tyman? We had it under control! Clark, this is not our fault. Если хочешь максимально замедлить регенератор, то сначала отруби ему все конечности. Оки-доки, я же так и делала вчера, целые несколько. У меня самая проблема не замедлить регенератор, а взломать этот долбанный замок. Блин, меня раздражает. Я сделаю тебя единой, сучка ты такая. Я сегодня злая, такая вам всем криндец придет надо здесь.
Так, кто-то там говорил ему, наставил какие-то эти, да? Типа заставил там вот этими стульями, да, вот это все. Прикольно. Блин, я думала, задержится там. Попробуем, да, вот здесь дырку завалить. Хотя, мне кажется, не поможет. Ну, знаете, попытка не пытка. Да блин! Так, стоп. Не, у меня не получается, я криворукая, все, не буду делать. Все полезно. Даже волосы поправила. У генератора нет шансов. Блин, как эту херню из зуба вытащить? Я пойду за палочкой схожу сейчас. Step 4. Yes. Are you ready? This is gonna hurt, isn't it? Yes. Мне и так все бесит, а еще... Step one. Crawl inside. Step two. The screw is so tight. I'll move out. Cross my heart and hope to die. Stick a needle in your eye. Да ты сраная херня. Так, как-то вот так, да? Да ладно, сейчас сердечко выпадет уже. Relax, relax, man. Я не могу достать. Никол, where are you? Зачем ты зовешь? Я наш серый друг. Follow the light, Isaac. I'll be waiting for you at the marker. But what do I do? У меня не получается палочка. Так, все. Ой, ну, все, поехали, ребят. А, я ж хотела эти бомбы понаставить. А чё, он ещё живой? Стой! Да всё, стой! Ладно. Это что, прикол? Это что, шутка какая-то? Это... Реально? Ребята, это... Так, закрыто. Запись. Это невозможно, это не может быть. Как такое, почему он на меня не попадал? Ребята, это рили? Это что, не шутка? Я не верю. Этого не может быть. Капец!
Блин, мне нужно всегда было в парике в этом играть. Нет, это изи. И он не идет за мной. Ой, ты еще плевать. Есть пособирать надо. Все чисто? О, силовые узлы мне все раздают. Глянь, а. Под конец игры решили. Так, это я, пожалуй, с собой возьму. Парик из пятого элемента? Нет, я еще парик из пятого элемента не заказала. Блин, мне теперь... Уйди! Долбанный регенератор. Так, я все собрала, да? А нет, еще вот там что-то. Блин, я себя тут долбанула. Отстань. Это что за хрень? Это что за хрень? А куда идти-то? Что-то я не пойму. Там открыто или закрыто? Отстань. Открой. Открой. А чё он не хочет открывать? Так, стоп. Чё он... Олесь, теперь беги все время. Этот парик из моих эротических фантазий. Так, Олеся, там труп лежал мужика. Поднеси его. Ага, труп мужика лежал. Вот этот? Уйди! Этот? Давай, давай, давай. Так, ага. Нормально. Так. Ой, а это что? А тут что? А там что? Ой, он бежит за мной. Что? Можно я взорву? Тут была эта херня, как вот это. Да взрывайся! Да мать его! Так, что-то слишком много их стало. Да что вы, отстаньте от меня! Лифт, ты сраный.
пиздец, да, ребят? Да, спасибо, зашибись. Я жала ей, я жала. Да давай быстрее уже. Не успела с аптечку сожрать. Ну ничего, сейчас мы это... Блин, меня эта херня в зубу бесит. Подождите, я сейчас это... Найду эту другую такая штука, короче, которая зубная нить. Я понятия не имею, куда я ее засунула. Блин. Ну как же раздражает, когда у тебя в зубу какая-то фигня застряла. Даже не знаешь, что это застряло. Где моя зубная нить? Я понимаю, что я тобой не пользуюсь, но ты же где-то должна быть. Что можно? Может просто нитку взять? Вместо зубной нити. Она поможет? Я думаю, что поможет. Потому что по-другому я просто взорвусь от злости сегодня. Так, мне нужна обычная ниточка. Я не брала. Ну, не знаю, за что там подзастревало. Сейчас нитку возьму. Нитка, правда, нитка не очень полезла, но. О, да! Кайф! Наконец-то! Фу, как будто прям, знаете, как будто покакала, знаете, вот такое облегчение. Ну, или там, когда очень хотела писать, пописала, там, не знаю. Ты рано пришел-то. Тебя еще не ждала. Блин, Саша, во мне уже тяжело вообще. Я Е на Е все время сжала. Почему он меня съел? Так, собралась. Ей не помогло. Может быть, у меня иногда ей не работает? Я жала ей, честно. Так вот все время жала. С увлечением лезь. Ну не тупи. Так, бомбочка сейчас. Да блин, уйди от меня!
И у меня что, и аптечек нету? У меня нет аптечек? Вы серьезно? А вот почему я сдыхаю. Не, а как тогда мне выживать еще никого? У меня нет аптечек. Я-то думаю, что я так быстро сдыхаю? У меня нет аптечек. А я даже не знаю, когда я их уже успела все использовать. О, блин. Да блин, все! Я сейчас психану. Дайте мне вас заминировать всех. Да нет, я... Стоп, заново. Только очень быстро надо. Ну нет! Ну почему? Нет. Куда тебя ставить? И здесь патронов еще не было? А можно мне немножко пораньше? Чтобы я успела купить аптечки. Да, весь процесс пусть будет утерян. И куда они поставились? Почему они наверх стоят? Олесь, ты такая секси. Спасибо, Олесик, спасибо. Олесик, ты такая секси, куколка. Сейчас в этом вот парике. Ой, то есть повелительница ЗТНА. Все, ребят, нужно собраться и понять, как мне пройти без аптечек. Я должна пройти. Спасибо. Спасибо. Да, весь процесс с удовольствием будет потерян. Молодец, ты сейчас все пройдешь. Ты понимаешь, просто слишком тебе вначале легко далось там пройти регенератор. Ты просто слишком легко прошла регенератор. Вот если бы тебе сложно было проходить регенератор. Я думала, я летучек этих заминирую сейчас. Так можно уровень сложности... Смысле понизить? Угу. Цепэй, хеллоу. Олесь, собирай птички, из них вып... Что? Ты видишь, что я не могу забрать то, что меня съедают? На меня нападают со всех сторон. Мне нужно понять просто алгоритм, как они нападают, с какой очередностью, чтобы я успевала их убивать. Короче, может мне этого заморозить? Так, все равно я хочу бомбочки поставить. Вы как хотите, а я ставлю бомбочку сюда и вот сюда. Кто? Где?
Да открывайся! Куда мне ехать? Ага. Туда? Ух ты ж, ёлы-палы. Куда дальше? Сюда? А куда идти? Шо? Что это за херня? Блин! Сраные щупальца. Ух ты ж, ёлы-палы! Оху-ху! У меня нет патронов? Где? Где? Кто? Где? Куда идти? Куда идти? Ага, иду. Ух ты, блин! Куда идти, куда идти? А что, не убьёт? Она пока не умрёт, ей ни хера, да? Что это такое? А. О, а, отлично. А что, мне дадут с ними? Ничего с ней дадут? Фу, блин. Это, конечно, была жесть, ребят. Я охерею. У меня нету этих жизней. Не надо сопротивляться. Вы что? Что? Фу. О, блин, у меня нервы сейчас на пределе просто. Аптечечка, хорошо. Все, давайте еще аптечку. Ну ладно, так, перезарядим все оружие. Это было изи? Собирай все, конечно, когда у тебя заканчиваются эти... Так, тебя перезарядим. Когда у тебя заканчивается воздух, даже, знаете, не очень-то и стремишься все пере... делает. Ну, заткнись. Не пугай меня. Хорошо, что регенератор прочих нету. Да, у меня патронов нет, я использую силовой блок. О, сколько силовых блоков! Так, все? Я использовала один силовой блок, а мне подарили два силовых блока. Серьезно? Прикольно. Жалко, патронов мало было. Да ты что, ты голос смешаешь? И тут силовой блок? Ну, походу, сейчас как у меня будет верстачок, как я наверстачу все. Алена... ответила на вопрос. Что? О, магазин, верстак. О, я даже не знаю, куда идти. Куда идти, куда идти? Магазин, конечно. Я без магазина? Не магазин. Так, мне нужно купить. Эту продать сначала. А потом все купить мне надо. Вот эти штуки только еще продам, наверное. Остальное все купить надо. Аптечка. Ого, какая дорогая аптечка, сучка. Блин, она маленькая. Чёрт. Так, может, силовый узел продать или чё? Да кто там делает? А, у меня ничего нет в запасах, кстати. Не, вот здесь вот. Продать.
что он мне делает? Так, и пойдемте. Хотя, мне кажется, лучше, наверное, силовой блок один продать, да? Что, Саш, что ты делаешь? Аптечки must have? Я просто думаю, может быть, один узел продать и купить еще аптечку и оружие, правда? И что там, жестко будет что-то впереди? Что скажете? I like this game. CP, I like to. Так, что мне? Опасный пистолет. А что такое альт? Ну-ка, это у нас альтернативный огонь. А что такое альтернативный огонь? Это увеличивает урон от альтернативного... А что такое альтернативный огонь? Ну, у нас все, в принципе, да, такое крутое. Стазис-модуль можно улучшить, да? Потому что я не знаю, что тебя ждет в конце. Так, ладно, вот это мы сделаем. Время или... Увеличит количество выстрелов на одну единицу. Или время. Время или количество. Да, и продадим один кусочек, да? Лишь шутер, тренировать бомбочки стрелять. А, это что я не делаю, да. Спасибо, мне не надо. Так, значит, мы один силовой узел с вами продаем. А как его продать? Подождите. Я не могу силовый узел продать? Я только могу его купить, а продать не могу? О, черт! Ну ладно. Я почему-то думала, если я могу их купить, значит я могу их продать. Все тогда. Rita Lacey is the best. Можно продать на черном рынке. А где черный рынок найти? Встретимся уже в обелиске? Ну отлично, хорошо, телочка. А то моя любовница уже глаз потеряла, неинтересно. Мне такие не нравятся. Привет, Скри. Так. Что такое? Что ты материшься? Ох ты, ёшкин кот. А можно... Я вернусь. Ой, я ему бошку отстрелила. А ей можно кидаться? Ой. Чё-то я это тупану говорю. Иди. Да ты чё? Вот тебе. Чё-то я с испугу очень туплю. Давай уже, соберись. Какого хрена ты делаешь? Где там тот ублюдок, который плевался? Это я вряд ли. Я его убила? Вряд ли, да? Так, куда мне вообще пойти? Что-то у меня ни патронов, ни аптечек в итоге нет.
регенератор? Ты что, серьезно опять? Нет. О нет, не надо регенератора. За что? У меня же нету этих... Мне же это... Нету, вообще ничего нету. Я не люблю регенераторов, пожалуйста. Мать его! Кто еще? Уйди! Уйди! Стреляй! Беги, беги! Беги, беги, беги! Что сделала? Выкинула не ту нажала, хотела что-то другое сделать. Сохраняемся, да, сохраняемся. Все, ребят, как дела? Жалейский Норрис, просто мимо беги, плиз, не воюй, и всех не перебьешь. Патроны, аптечки, еще пригодятся, то есть это здесь они мне еще не пригождаются, да? Охренеть можно. Да нет! Уйди! Ты опять тут! Куда бежать? Куда бежать? Ты чё, охренела? А, это он. Ого. Подождите. Я должна была что-то делать? Всё.
что мне надо было делать? Скажите. А что мне надо было делать? Так, мне еще нельзя было сюда заходить. А, Е нажать. Фу, я же не вижу там ни хера. Я не успела, да, опять? Я что-то вообще ей это не могу делать. Сейчас. Сейчас, подождите. Я жму. Блин, его такие монстры, блин, там убивали, пытались убить. Вот так, сучий кот. Сделай нас едиными. Thank you, Isaac. Now, time to die. What? Какое время умирать? Опять Е нажимать? Yours is the last body you need to be reborn. The makers must be absorbed. The makers? You mean me? But Strauss said we could destroy the marker! Not if we consume you first! God damn it, I trusted you! Fuck you! And fuck your marker! Fuck you! Fuck you, Spielberg! Стоп! Сейчас, подождите, у меня просто не было патронов. Примерно об этом я и говорил. А где мне патроны брать? Нет, там где не надо нажимать. Сейчас перезаряжу сразу. Isaac.
сучка. А, мне нельзя к ней подходить, я поняла. Все. Все, поняла. Патроны здесь роняют. Хорошо, патроны здесь роняют. Не подхожу, все. Сейчас перезаряжу, там у меня бомба, по-моему, была все на месте. Дети. Иди пизда. Ай, отстаньте. Да отстаньте от меня. Почему у меня патронов нет? Все, мне кажется, сидят. Фу, как же жестко, я не могу так. Почему она матерится? Да никто не матерился, вы чё? Мне вообще тяжело. Это какая-то hard, very hard. У Лиси был какой-то план, и она его придерживалась? Нет. Звезда — это не мат? Не мат. Не. Сейчас, все же хорошо, еще немного и пройдешь. Сколько немного? Сколько раз нужно сердце поэтому долбануть? Ужас. Было бы страшно, если бы все не матерились. Странно. А. Мины же не взрываются. В смысле не взрываются? Вы хотите сказать, что я зря кидаю эти мины туда? Чего врете-то? Не зря. Саш, скажи же, можно минами кидаться туда, в сердце. Не попадает сердце в это оружие? Зря проходишь эту игру, походу. Почему? Мины лучше на чувиху использовать. Бомбами в тёлку стрелять, а щупальца резаком. Ой, сейчас попробуем, ладно. Ой. Расчленили. Вот так и заводи детей. Это в нее вот этим, а в этом, да, вот сейчас перезаряжусь. Сейчас попробуем, насколько она быстро убивается. Вчера она долго убивается.
дыхание убивает. Понятно. Это как-то альтернативное, блин, да? Под ноги. Ага. Олеся, не стреляй минами. Высосала через рот. Прям в... Олеся, не стреляй минами. Да, блядь, чем стрелять, ёпарасоте? Чем я стрелять должна? В кого стрелять? У тебя в винтовке есть альтернативный огонь, бомбочки. Они такие медленные, бум, потом ждёшь, потом бум. Нихера не получается. Не стреляй, попробуй догадаться. Давай ягерем напоим ее. И она обалдеет и упадет там с горы вон стоит. Жертву с собой, кидай гранату под себя. Как его перекосило. Так, сейчас мы пока первый раз попробуем рассмотреть, с чего она спихает. Так, перезарядим сначала все оружие, пока этих монстриков нету, да? Пошла она. Под ноги вот этим, да, стрелять? Вот так, да, делать? Ой. Ага, я не достаю, блин. Слишком далеко было. Где ты, блин? Где, где? Ой. Все, мне сейчас капец придет. Ой, где, где? Где она там, где она там? Ух ты ж, блин. Кажется, начало получаться, да? Где бомб? Где она? Где? Нашла. Я говорил, что быстро будет. А, понятно. Да, это пулька. Да. Считайте, сколько раз я сдохла. Короче, я его как везде понаставлю, да? Ай!
Она меня бесит. Так, короче. Иди отсюда. Где того губиста? Как же она меня бесит, а? Арчин, I'm fine. How are you? Как-то до этого момента ты дошла. Это не самое трудное в игре. Здрасте. Как это не самое трудное? А что, по-твоему, самое трудное? Это когда попадаешь в регенератору, с регенератором в одну комнату и вместе с этими, которые нужно набирать там, взламывать? Королева воинов, да если бы я там была, я бы убила нахрен, но я не могу управлять этим персонажем, еще менять вот эти вот постоянно оружие, бесит. Она начала издавать звуки некроморфов. Так. Да, это момент самый трудный с регенератором. Ты знаешь, я его так удивительно быстро прошла вначале. Олеся, дело по алгоритму, утвержденному ранее. Какому? Я не успеваю, понимаешь? Не успеваю. У меня в алгоритм это сработало только первый раз, и то. Мне нужно успеть убить этих мелких, чтобы они меня накормили едой. Ну, типа, дали аптечку, там... аптечку дали, патроны дали. Но я, ты видишь, в последнее время я не успеваю, не могу. Тут все просто. На мелких внимания не обращай, ее бей. В обелиск минки не закидывай. Обычными пульками стреляет. Так, 3-5 разиков и все. Генератор есть еще в Resident Evil. Спасибо, не буду играть, значит. You can't lose with this black haze. В Steam есть. Haze. Так, ладно. Все. Попробуем еще разок, да? Знаю.
общей сложности? Нет. Но я самая легкая. Сука, ты меня бесишь! Иди сюда! Иди сюда, тварь! Сюда! Где она? Вот где она? Я опять не вижу ни хрена. Встань! Простите. Ну, а чё они мне нападают? Они достали. Ну, что они так делают? Angry girl. Я сейчас чокнусь. Она меня бесит. Ладно, не она. Вот не было бы этих мелких, я бы ее победила. Ближе к центру? Какая разница? Они меня все равно нападают на меня. Короче, я сейчас все заминирую, ребят. Я думаю, что это, сейчас все лучше заминировать, пока их нету, чтобы, ну, их поубивать немножечко, да? Сейчас. Я тут, короче, буду заминировать поле. Отстань!
видите, еще успевать подбирать всякие ништяки, потому что они в любом случае тебя коцают, и тебе нужно аптечки хотя бы успевать подбирать. Ладно, вроде оружия хватает, но аптечки, когда высыпаются, нужно это успевать, короче, подбирать. Что ты стоишь, включи стазис? Отбежал. Включила стазис. В смысле, зачем стазис включил? Чем он поможет? В принципе, если только на этих мелких. Но я не успеваю собирать. Видите, сколько там ништяков валяется? Я вообще не успеваю за ништяками. Сейчас будем минировать поле опять. Так, поставим вот здесь одну. Где обелиск? Я что-то потеряла. Надеюсь, у них нет срок годности. Ой. Ай. Отстаньте, отстаньте. Отстаньте! А где все мое? Я не поняла, это столько наставило? Да, да, патроны кончаются. Почему мне сейчас не получается? Почему они успевают на меня нападать, и где мои все заминированная моя орава, не пойму. Может, пока сердце это время побегать, полутать? Но, в принципе, ну, можно, типа, чередовать, полутать, а потом второй раз побить сердце. Вот. Но я не пойму, почему бомбы исчезли мои минированные. Нет, он имеет, ну... Они все подорвались? Так. Ты, наверное, самый долгий стример, который проходит эту херню. Я, наверное, до ночи буду проходить. Сколько время? Это еще час я буду, наверное. Уделяю больше внимания девушке, да? Их ограниченное количество в одном моменте 5 штук. Потом самые старые исчезают вроде так. Ага. Win? CP. I hope. Покупаю PS4, там поинтереснее. Да ну нахер. Называется выход из игры? Нет, такое я не могу. Ладно, поставим всего 5 заглушек. Поставим всего 5 заглушек. Почему, когда я вот это переключаю, он у меня еще начинает перезаряжаться? Да, мне, значит, нужно его перезарядить. Где она?
Татьяна! А, вон он. Встаньте! Ай! Да блин! Чё ж так долго перезаряжаете? Я не знаю, я сейчас реально психану, у меня случится просто. Как люди играют в игры? Я вот вспоминаю этой дочери. Бедные люди, просто... Это просто невыносимо, честное слово, вот так играть. Я очень редко вообще нервничаю так в играх. Это просто когда ты одно и то же не можешь пройти по каким-то глупым там причинам. Ой, не туда поставила, да? Сука, пришла. Was this your great plan? Dump me off and die. Full of bad ideas, remember? Yeah, well, here's another one. I'm crashing through the roof to get you. What? Now move your ass. Wait, no, Ellie, it's too late. Stay clear of the station. Yeah, well, you don't really have a say this time. Heads up. Oi. Конец.
Женщина-агрессор. Смотрите, на него ни капли крови, он только прошел. Что? 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 А действительно, что? Тост. Спасибо! К невозможному уровню, где вам предстоит играть с минимальным количеством припасов. Поздравляю. Спасибо. Спасибо за рисавчика 4 месяца. Спасибо. Спасибо. Сейчас триммер причешется, а то она какая-то не очень, да? Сейчас. Да блин, что это за херня была? Это моя челка? I'm normal. Так, что там мы там заканчивать надо, да? Мы открыли режим «Новая игра плюс», костюм оружия, спрежный гриб и привычный ближайший магазин. Ой, я люблю магазины, спасибо. Что, давайте вот так, да? Смотрите. Сейчас. Шучу. No. No. This is prank. This is joke. No. This is joke. Yes. Шапка красивая очень. Да, нужно так расчесать ее нормально. Что, проходим на невозможно? Конечно, Саша! Да! You did it, girl. Yes, Whisper. I did it. I'm Wings girl. I'm very Wings girl. I'm Queen Dead Space. Yes or no? Queen Dead Space or no? Я загуглил, и в Ютубе есть прохождение на невозможном уровне. Еще как-то. Какая-то полуголая сестренка, Олеся. Почему? Я просто в тренировочном. О, опять это начинается. Че от меня уходит, когда я перехожу в этот? Игру закончила и пошли уходить. Обычно, когда я игру заканчиваю, все начинают приходить. А у меня уже второй раз любители игр, походу, появились. Вот. Теперь она повышена до генерала Леськи. И я генерал? Генерал? Терпит? Это как? Это как понять? Так, нужно подальше камеру сделать. Это как-то не очень, да? Я пришел только. Привет. Ну ты же на Твиче стримишь, тут все игры смотрят. Нет, обычно меня. Сережка поддержал канал на 137 рублей. Олесь, в этом парике ты воплощение моих эротических фантазий. Особенно если еще экзотик танцуешь в нем, только в нем. О, господи, Сереж, ты меня прям засмущал. Надеюсь, что я приснюсь тебе сегодня, и ты от меня не будешь требовать это наяву, вот во сне меня удовлетворишься мне. Хорошо? Next game, Dead Space 3? Maybe. Maybe, CP.
You want that space free or no? Or no. Это, короче, моё, наверное, самое любимое английское выражение. Or no. Сейчас. Ничего. Я не хочу. Ничего. Я не хочу ничего. Так. Чё там? Выпьем, Лесси. Где же кружка? Да чё-то это нету сегодня. Ничего не хочу. Не пью сегодня. Чё-то я, кажется, не накрашена. Мне кажется, под чёрный парик нужно очень чёрные глаза, да? Или не надо? Черные губы там. Го, пожрём. Не, я, знаешь, что-то так нажралась сегодня этой гречки с котлетами, что вообще ничего не хочу. Сейчас музыку только включу. Релакс. Нет, хотела включить. Вот это, пожалуйста. Уин-уин. Вернись в Белоснежку. Зачем? Давай, Smokey Eyes. Ой, там тени нужны, у меня даже теней нету. Я что-то даже ничего нету. Я ничего не... Короче, я не знаю, что у меня из макияжа всяких есть. Всякие только карандаш и тушь, наверное. Может, у меня помада есть. Одна единственная. У меня единственная помада, если то, когда я крашусь, говорят, что я нихера не накрасилась. Сейчас начало гигиенической помады. Сейчас. О, спасибо, Саш. Я в нее не играл, а ты вот в эти играл, да, все игры? Поэтому ты все знаешь. Где моя помада? Сейчас. А знает, что такое черный пар... Не, не знаю. Вот, короче, моя помада. Можно еще что-нибудь накрасить. Ну, типа вот. Там. Нихера не поменялось, как. Ну вот опять! Моя помада какая-то не помадовая. Да, давай чокер, и буду я этим. Миньетчицей, типа. И тогда точно воплотятся все мечты, Саши. Ой, собака проснулась. У меня есть браслет вместо чокера. Вы такой хотите? И да? Как бабуля? Чё как бабуля-то? Да, давай такой, не. Свеклой 3. Да, можно. Можно свеклой. А пояс вибрирует. Это тот из рекламы, который... Не, это, знаешь, утяжка. Это чтобы держать спину. Короче, я в нем тренируюсь и иногда вот хожу, когда спина болит. Я сегодня под него намазала кремом, выпила таблетки, чтобы спина не болела. А, Скри, ты видел мое новое видео в Инстаграме? Крис, посмотри, смотри, что я там сделала. Но только ты заценишь, потому что ты по-любому знаешь, что это нелегко. Там просто самое первое, там вот, я, короче, нарезала 3 трюка, и вот самое первое, это то, что был же скач. Короче, как будет время, глянь, а? Глянь, ну, пожалуйста. И скажешь, ну да, такая, ничего. Пояс не вибрирует, залезь другие вибрирующие предметы. Они сломались. У меня не работает вибратор. Не знаю, что делать. А в магазине говорят, что товары интимные и обмену возврату не подлежат после того, как ты его там поболтаешь. Что делать, не знаю. Придется без вибраторов.
Ой. А я еще не выключила стрим. Блять. Ой. Ой, простите. Собака-просыпака. Ой, она ко мне под ноги пришла. Лапочка такая. Олесь, не пугай нас, Сережа. Его мечты не мои мечты. Хорошо. Опять шпагат? Нет, не шпагат. Опять на твоих трюках пилон трясется, как при землетрясении. Ну да, жирненько. Олесь, были это Виктория. Да, я помню, шатала, что ты хочешь меня Викой назвать. Is she talking about vibrators? Yes, I talking about vibrators. Ой, все. Не путай, не пугай. Не путай нас с Сережей. Его мечты... А, все. Я поняла. Лиська, умеешь контент делать? Смекались-то и уважаю. Какой контент? Это вы про Dead Space и Glass в Dead Space? Но это же игра, я не виновата. Олеся очень хорошо читает. Олеся очень грамотно, умная, и она все знает со школьной программы, да, и геометрию, и математику, и физику, и знает законы Ньютона все. Ну, спросите меня. Столицу России, давайте, спросите. Или, ой, подожди, столицу Барнаула спросите меня, вот так лучше сказать. Давайте, давайте, спросите меня столицу Барнаула. Может, домой лучше удобное кресло со спинкой? Так все. Ну так, кстати, нужно уже снять. Нужно максимум 2 часа в нем ходить. Ой, много нельзя носить. Так. Классная у меня футболочка. Такая майка, да? Под ней ничего. Ого, как передавило, гляньте. Аж полоски остались. Минус кровоток. Ничего, мы сейчас разогреем мой кровоток, да? Ничего ты не поняла. Ты оговорилась ранее, но теперь уже не важно. А, я Сашей назвала. Поняла, поняла. Прости, прости. Блин, улыбайся почаще. Не видела ничего милее. Надеюсь, тебе понравилось. Money, блин, хорошо ты это не сделал во время Dead Space, я бы чокнулась. Несмотря на много раздражающих моментов и неоднократное желание все бросить, ты все-таки сделала это. Молодец, Лиска, девка, начало карьеры летсплеера положено подмигивающее лицо. В смысле? У меня еще летсплеера, карьера была положена на этом, где я играла в игру, где там девочка такая ходила. Дневники писала еще. Помните? Забыла, как она называется. Дом такой большой, красивый. У меня она еще на Ютубе есть. А, кстати, вы у меня на Ютубе есть или нет? У меня там каналчик свой, да. Мы там это... Мы там развиваем его. Угу. Кто придумал динамит? Не знаю. Хватит меня спрашивать. Вы что, я же пошутила. Челка так необычно смотрится, так прям на... Ну, я не знаю, на пилоне в таком не поюзаешь. Улетит с меня парик, и будет вам не круто. Вот. Кто такой летсплеер? Это явно не я. Подмигивающее лицо. Нервный тик просто. Блин, у меня так живот болит, ребят. Наверное, я сегодня буду пораньше в офис. Живот вообще болит, сегодня с утра болит. Знаете, бывает, у девушек иногда животы болят. Иногда они, конечно, не болят, но иногда бывает так болят, что просто капец. Вот, поэтому я сегодня с утра анальгинку выпила, мне нормально было. А сейчас анальгинка перестала действовать.
новый субскрайбер. Пьеро. Welcome to my stream, Пьеро. Thank you very much. Так. Кто еще хочет быть у меня моим субскрайбером? Вы знаете, что когда мы добивали до 320, у меня уже сейчас совсем не 300. Ой. Ой, еще один. Да ладно. Анимели Джикей. Правильно? Привет. Добро пожаловать. Спасибо за подписку. Я очень люблю подписчиков. Потому что они говорят, когда подписываются, это говорят, значит, я еще к тебе приду. Правда ведь? То есть, уже какое в том-то и дело, даже меньше, чем 300. Вот. Так что я потом следующую, когда косплей буду делать, я поставлю донат гол на 350 или 400, и вот будете мне год целый собирать. Что вкусно ела? Я вкусно ела гречку с котлетками. Ему одной четки мало, с двух попер подписываться. А-а-а. Вон оно что. Так, как тебе больше нравится, Олеся Булеткина или Олеся Булаткина? Вы знаете, что у меня подруга Булаткина, я вряд ли хотела быть Булаткиной. Я лучше буду Олеся Булетка. Можно быть так? Ну а как это? Я неправильно ник? Анимели Джикей. А как, не так, что ли? Что я не так назвала? Олесь, ты видела от WebMoney для стримера систему донатов? Могу скинуть для ознакомления, хотя для Украины тоже сегодня актуально. Знаешь, я перерыла все платежные системы, и я скоро уже буду... Анималейки. А, я просто GK, у нас есть просто GK. И я привыкла уже говорить так. Сори. Я вообще все ники коверка, ты еще нормальный. Анималейки. Я не запомню. Ты можешь отписываться от меня за это. Ну, в смысле, я правда говорю, что я вряд ли запомню, как точно. Я буду еще раза три коверкать твой ник, когда ты что-нибудь в чате будешь писать. Ну, либо если ты не будешь общаться в чате, то ты когда будешь раз в месяц переподписываться, если захочешь, то я потом опять тебя как-нибудь обосру нечаянно. Но я это, ну, с добрыми намерениями делаю. Я не специально. Вот, можете меня тоже обзывать. Говорить, Олеся Билетка там, Олеся Балонка. Ну, как, короче... Вот. Ничего, все коверкают. Ну ладно, значит, ты привык. Забей, она просто будет игнорить тебя в чате. Олеся Табуретка. Вот разваливала кабину, я долго выговаривала. И я до сих пор, мне очень тяжело выговаривать. Разваливала кабину, поэтому я его говорю кабинка. Олеся Пилюлька. Подождите, я на какой-то вопрос, кажется, не ответила. А, я вот про платежную систему. Короче, у меня идея одна появилась насчет платежной системы. Они все, конечно, грибы. Но, в общем, скоро, скорее всего, я перейду на другую. И более-менее, и когда я изучала рынок платежной системы, она была такая нормальная. Так что все, это... Спасибо за советы. Я вообще очень люблю, когда мне дают советы. Это не сарказм. Ну, потому что, ну, когда все дают советы, это не одно. А когда это говорят люди, которые в чем-то разбираются, это интересно. Олесь, тебе табуретка... Не, я же вставала в холодильник, нормально. Что с твоими волосами? Покрасила. Тебе что, не нравится? А мне нравится. Так. А мне так больше нравится. Как? Как тебе больше нравится? Так бы и взял сзади эту брюнеточку. Возьми. Попробуй. Возьми. Тебя моя буся покусает. Если захочешь меня сзади взять. Так. Что там? Да я помню и раз...
Развивал я и распивал, и разливал кабины. Только не разваливал. Да, мне кажется, вообще было бы очень ржачно вырезать те моменты, как я произношу ники, и просто подряд чик-чик-чик такой видосик. Блин, ты уржаться вообще. Вот. Глаза в центре. Я еще раз так могу сделать. Так, подождите. Так. What higher reminds me of Sasha? Yes. Только у Саши они shot. Ну, такие были у Саши. Саша shot higher. Yes? Александра. А это уже... Это, кто она там? Я уже забыла, как меня зовут. Какая? Я уже не Зен. Я же Ла... Как она там? Люси. I'm Люси. Это лучший парик, на мой взгляд. Но то, как Сережа переполняется чувством, я не разделяю. Серьезно, это лучший парик? Really? Саш? А мне рыжий нравится. Оставь мне его полностью. What language do you speak? Russian language. Russian. Come to Antalya. Okay. Tomorrow, okay? Люси на пилоне повиси. Не, я если буду висеть, я же не закрепила. Он с меня слетит, наверное. Саша Грей? А чё он, кстати, похоже на Саша Грей? Да я говорю тебе, этот идиот. Ты мне никогда так не нравился, как сейчас. Так, у меня еще один поклонник появился. Люси. Это Сережа, Саша и... Нички? Поклоннички? Зажгу я там, или что там говорят? Покорю я ваши сердца своими волосами. Ух, покорю! По цвету парик самый гармоничный, но сам по себе что-то так себе. А я еще, знаете что? А я еще, как, знаете, какой парик выбрала? Сейчас я вам покажу, какой парик выбрала. У меня он в корзинке уже лежит. Не в кабинке, которую развали, а в корзинке. Сейчас. White. Фокусируй. Вот такой вот. Сейчас покажу, там были как-то на тёлочках видно. Сейчас. Сейчас. Там просто была... Кстати, кажется, какая-то стримерша в нем была. Вы никто такой не знает, девчонка? Просто отзывы на Алиэкспрессе нашла. Лол. О, секси фотка. Блин, фокусируй давай. И он тут типа дев... Ну, короче, белый такой. Я не знаю, насколько он будет прикольно смотреться, но тупо интересно. Сейчас подожди. Мультипаспорт. Отзывы на Алиэкспрессе. О, красавица. Фокусируй давай.
Ладно, все, кажется, да? Всех посмотрели. Короче, вот мне интересовал вот этот белый парик и еще какой-то... Ну, не знаю, как он мне, конечно, будет. А вот Лилу я нашла. Вот Лилу моя. Нормально, Лилу? Только у нее какой-то подкрученный волос, но я выпрямлю. Вот, я выпрямлю. Выпрямлю эти волосы. Сейчас посмотрю отзывы. Качество не очень. Сейчас. Ну, короче, вот в отзывах вот такое. Коротковат, но я думаю, что если выпрямить утюжком, то будет, ну, нормально. Вот. Ну, если что, потом перезакажу. Вот, а еще прикольный вот такой парик. Розовый. Это был альфа-самец? Это был просто... Не знаю. Ну, короче, тут прикольный, правда, он так смотрится на этих, на девочках. Интересно, тут, наверное, отзывы, правда, стримерш есть не одни. Сейчас. Блин, вообще на Алиэкспрессе можно такую порнуху найти. Я как-то нашла, знаете, ну реально прям сиськи видно. Они там фотографируют какое-то нижнее белье и все видно. Жесть, конечно. Сейчас. Нет, тут больше отзывов. Не начиная уши с Паниэля. Чего не начинаю? Как тебе больше нравится? Это я уже читала. Это что у меня за чат такой? Голубой, давай, будем Марину косплеить. Не, я не очень хочу голубой. Это из Скуби-Ду? Да засунуть этот розовый, да в стринги и все животы порвут. Что? Стринги, розовый парик? Pink Yuri? От Лиду будет качественный косплей, или опять будешь куча одежды? Но я буду его максимально стараться закрыть, поэтому я не думаю, что у меня будет вот здесь просто такая полоска белая и все. Возможно, она будет просто шире, чем у Лилу. Вот. Так. Я думаю, пора, наверное, мне валить уже, да? Короче, понятно, косплей Лилу в простыне. А я вот думала, из чего мне шить? Я теперь буду знать, хоть из чего мне шить. Ты мне иди. А ты хочешь, чтобы было из резиночек? Просто маленьких таких от трусиков. Пётр, привет. Так. Сейчас мы вот это вот уберём. Это вот сюда. Всё. Косплей Лилу из туалетной бумаги же. Да нет, я же хочу на пилоне танцевать, поэтому мне нужно, чтобы там было мощно и все закрыто. Потому что я же ноги растопыриваю, мои сиськи могут, маленькие два прыщика поваливаться в разные стороны. Поэтому мне нужно сделать, чтобы это было максимально все закрыто или хотя бы каким-то как-то... Может быть, я просто скотч вот так налеплю, белый скотч, вот так, вот, чтобы он точно не отвалился у меня. Вот. What cosplay you wanna do next if anything played? Cosplay Lilu, Five Element. Oh, a lantern action, thank you. When are you exploring the city again? I enjoy those trips, dreams. Что? Сейчас переведу. Когда вы снова исследуете город, мне нравятся эти потоки. CGX. Now it's cold. I don't know. I don't know. Maybe when... как это? Holidays, да? Типа праздники. Типа какой-нибудь праздник хочу постримить на улице. Вот. Чтобы там уже готово одеться и все такое.
Так. Определенно можно заканчивать. Вывалятся — это сильно сказано. Скорее мелькнут. Нет. Ну да. Мелькнут. Ой. It's just Jan. Поддержал канал на 50 рублей. Мяу. Сообщает. У меня донейшн-анализ не работает, поэтому я вместо него озвучиваю. Спасибо тебе за донатик. Гав-гав. Вот. Так, ладно, все. Что у меня по плану на завтра? Я не знаю, что будет завтра. Я очень хотела запуститься с утра часов в 10, в 11. Но я планирую же поехать на эту дурацкую таможню, решить все там проблемы, и потом после этого запущусь. Вот. Если все-таки у меня до обеда придется, ну, я помучаюсь, то, скорее всего, вечером только запущусь. Вот так вот. Устала жать, на лицо болит уже. А за, почему? Что я такое ляпнула, не пойму. Спасибо, Саш, тебе тоже. Все, сейчас вам будет стрим с тренировки опять, который я вчера пускала, поэтому мне уже даже стыдно, я не буду проситься вас остаться на воде. Не буду проситься. Завтра будет вторник, 06.11. Спасибо, Скри. Я думаю, а что же будет завтра? Thank you for Dead Space 2 stream finale facet. Thank you to Lantern Archer. Скажи мне, скільки років, від тому що я не розумію нічого, про що ви говорите. Farzone, a Russian streamer. Russian, please. Thank you for translated. Так, пусти что-нибудь другое. У тебя 60 на запись. Нет, я его уже замотала. Вот. Я как-нибудь потом... Просто видишь, когда я запускаю... Это там мне предлагают последние 10. И я не могу дальше листать. Это нужно находить именно. То есть нужно название стрима знать, искать его в поиске, только потом добавлять его в ввод. Вот. И это слишком сложно для меня. Я ленивая и ничего не буду этого делать. Поэтому я добавляю последние 10 стримов. Ну, еще не поэтому, еще потому что те вводы я уже по 500 раз пускала. Вот. Уходи уже. И кому ты пойдешь сейчас, МГК? Ну ладно, не говори. Я потом зайду к тебе проверю. Шучу. А может, нет. Все. А можно в обмен на подписку забрать тебя на концерт по Лацкуру 16, признавайся. А что это за концерт? Я просто, видишь, когда ты оформляешь подписку, ты мне ничего не приходится делать. А тут куда-то ехать, надо идти. Как типа Ленина такая вот скрижная. Зайди в инсту. Да чтоб тебя, Сережечка. Сережечка, я зайду, конечно, в инстаграмчик. Только как будет у меня свободное времяце. Все. Кто она там? Я уже забыла. Кто я? Люси? Люси? Сваливает. Все. Спасибо вам за то, что были на сегодня на этом крутецком стриме. Вот, я надеюсь, вам понравилось. И буду ждать вас еще у себя на стриме. Пока, ребят. Бай-бай. Что вам, пурпурнуть под конец? Вот так вот сделать.